Сегодня Международный день защиты детей. Эммануэль Макрон поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Премьер-министр получил поздравительные послания от международных партнеров по случаю дня рождения. Премьер-министр Армении и президент России провели телефонный разговор. Мы за то, чтобы российско-армянские отношения продолжали успешно развиваться, Путин Пашиняну. С удовлетворением отмечаю развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией, Мишустин Пашиняну. Анкара приветствует искренние усилия Армении и Азербайджана в процессе урегулирования, заявил Гюллер. Во Франции 18-летнего чеченца подозревают в планировании теракта во время Олимпийских игр в Париже. Израиль представил Хамасу новое предложение о прекращении огня, заявил Байден. Переговоры с Москвой сейчас нереальны, заявил Зеленский. Запад прощает Украине все как инструменту борьбы с нами, заявил Лавров.